Уставом городского поселения город Краснокаменск последний день августа, то есть 30 августа 2020 года, считается общегородским праздником – Днем города, который проходит одновременно с Днем шахтера. В этот день глава поселения Юрий Андреевич Диденко издал распоряжение, согласно которому нельзя производить розничную реализацию алкоголя. Только особого смысла распоряжение по факту не несет. Согласно пункту 7 закона Забайкальского края номер 1193. Ограничения, установленные частью первой настоящей статьи, не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспошлиной торговли. А это значит, что кафе в полной мере могли и торговали алкоголем. Алкоточки выстроились по периметру площади, где проходят все праздники города возле ДК Даурия. Да там здании находится 4 точки по разливу. Люди, которые там присутствовали, они прямо говорят, что да, прям в месте проведения, в центре города, как раз в этом месте находятся питейные заведения, которые не относятся к розничной продаже как раз, а там это разливают. Ну и можно, конечно, взять на вынос. И, соответственно, все отдыхающие, гулящие люди, они, ну, пожалуйста, а зачем нам покупать с собой, мы хотим остаться на празднике. Они заходили в эти кафе и, собственно говоря, там выпивали. Единственное, что принес запрет, это перераспределение прибыли. Предприниматели, имеющие официальную лицензию на реализацию алкоголя, остались не у дел. Зато квадраты, пивнушки и черные бутлегеры заработали свое. По факту это снова получается, что мы тех людей, которые официально покупают лицензию, которые продают алкоголь совершенно на законных основаниях, в установленное время, в установленном месте, с применением всех там электронных средств, которые следят за розничной продажей, но при этом, опять же, нелегальный бизнес и в то же время кафе не подпадают под это. Постановление о запрете вышло за день до дня празднования. Публиковать документы в столь короткий срок становится традицией чиновников Забайкалья. Тренд задало еще региональное министерство экономического развития. 2020 год отмечен у нас как годом активного запрета продажи розничной продажи алкогольной продукции. То есть у нас 8 раз вносились проекты по внесению изменений в закон об ограничении этой продажи краевой. Вводились эти ограничения в период пандемии у нас только сколько всех этих актов выходило. А, Но, ну, по крайней мере, мы не увидели смысла всего этого принятия. Кто хочет, тот всегда найдет. Это подтверждают не единожды проводившиеся рейды нашей съемочной группы в сухие дни. Приближающемуся Дню трезвости торгово-промышленная палата Забайкальского края предлагает сделать хотя бы одну акцию, от которой будет толк. Если бы мы 11 числа ввели, например, День трезвости в Забайкальском крае, и при всем при этом бы сказали, что в этот день вы бесплатно, совершенно бесплатно, можете пойти в любой фитнес-клуб, предварительно записавшись. Вот на пробную там какую-то там тренировку, еще что-то. То есть город оплатил там или еще. Или краевые власти вот компенсируют эти расходы. Но мы же этого не увидели. То есть у нас в этот день, да, это, это какой-то праздничный день, ну, просто в этот день не пьют. Тамара Ванфулий, Юрий Житлухин, Николай Шунков, Зап.ТВ. тв